Ребята из клуба волонтеров Insight старательно шелестят ручками. Идет мозговой штурм. За 3 минуты каждый должен накидать перечень проблем, которые сегодня стоят перед городом. Отсутствие классов, где можно посидеть с ноутбуком в окне между уроками. Нехватка интересных ивентов. Проблемы с транспортом, когда непонятно, на чем ехать и сколько придется ждать на остановке. Этим не только можно, но и нужно заниматься. Тем более сейчас, когда добровольчество в стране переживает настоящий ренессанс. 22 февраля стартует региональный конкурс «Акселератор проектов», где люди от 14 до 35 лет могут научиться делать проекты. А сейчас мы собрались с клубом Insight, чтобы тоже разработать свои идеи, проработать проблемы, которые нас волнуют, и, скажем так, поучаствовать тоже активно в этом акселераторе проектов. Основная цель акселератора – научить волонтеров готовить проекты под ключ. Разобраться со всеми тонкостями этой работы им помогут региональные эксперты и молодежные тренеры. Они обучат ребят проектному менеджменту, навыкам очной защиты. Расскажут о том, как грамотно подать заявку на грантовые конкурсы любого уровня, вплоть до всероссийских. А пока с формулой успеха ребят познакомила руководитель муниципального ресурсного центра добровольчества Ульяна Нагорнюк. По ее словам, хороший проект должен соответствовать нескольким ключевым параметрам. Он должен быть актуальный, реализуемый, и он должен быть важен, в первую очередь, для своей команды, для каждого человека, который работает над этим проектом, иначе идея не будет настолько его цеплять, чтобы хватало, скажем так, силы человека доработать этот проект до конца, терпение проявить, вот, инициативу, чтобы продвигать его во все конкурсы. Предложить свою инициативу на акселератор проектов может каждый саровчанин не моложе 14 и не старше 35 лет. Это можно сделать на официальном сайте автоматизированной информационной системы «Молодежь России». Заявки будут принимать до 10 числа. Со своей стороны, муниципальный ресурсный центр добровольчества готов оказать всю необходимую помощь и поддержку. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».